Хорошо, мы приветствуем Инту, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Отлично. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Инты, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Инты, находит все. Мне, знаешь, какое-то идет слово «лунный свет». Вокруг нее он стоит, как кристалл вокруг нее. И это гуманоида свет. Конечно. Только хотел сказать. Этот свет видно сейчас? Да. На счет 3 убираю этот свет, он выходит из ее биополя полностью до последнего микрона и уходит в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Он ее заключил в лунный камень, так он говорит. Да, а я тебя сегодня заключу в энергии ангелов и посмотрю, сколько ты протянешь. Вот спрут, у нее подсадка на голове. Спрут, гуманоид. Сапожки на ногах. Давай по каналам, наверное. Но они выстраиваются потихоньку, потому что вот этот лунный камень, он их внутри все держал. Не давал ей раскрыться в полной мере. У нее, не пойму, он то ли демон, то ли бес. Если сущности сейчас не проявятся, я их сожгу. Первое и последнее предупреждение. Да, будет так, а так и есть. Бес, суккуб, подсадка от спрута, гуманоид с лунным большим кристаллом. Все. Итак, гуманоид с лунным кристаллом, спрут, бес и суккуб. 4 канала. Да. Считай цифры над головой беса. У меня, кстати, канал идет к этому камню тоже. И канал к камню. Хорошо. Значит, делаем тогда 5 канал. Камень. Он во весь ее рост. То есть он ее полностью закрывал. Желтым каким-то. Гуманоид. Ты что, садист какой-то или что, я не пойму? Он не вредил ей. Ты не вредил ей, установив вокруг нее вот этот кристалл? Хочешь, я на тебя сейчас одену кристалл свой? Нет. Почему нет? Ты ее спрашивал? Кристалл имеет другие энергии. Конечно, другие. Я тебе сейчас его покажу. И формируется кристалл ангельской энергии в мой полный рост. Вокруг меня. 1, 2, 3. Бери. Почему ты не хочешь? Я тебя хотел на тебя его одеть и посмотреть, как ты себя будешь чувствовать. Как человек себя чувствовал с этими энергиями, с твоим кристаллом. Я тебя предупреждаю первый и последний раз. Если ты мне будешь отвечать двояко, двусмысленно, или не отвечать на мои вопросы, я тебя серьезно накажу. Убирай кристалл. Хорошо, поехали дальше. Так, все знают, где они находятся? Или объяснить кому-то еще? По-моему, спрут не понял, да? Спрут, он... У него подсадка здесь, как щупальца. Сам он находится в квартире в ванне с зеленым мрамором. Значит, спрут живет в квартире. Кто еще живет в квартире? Никто. Понятно, хорошо. Значит, тогда начинаем работать. Сейчас мы будем проводить реверс энергии, возвращать вам темную, забирать светлую энергию. После этого вы уберете все, что вы оставили. После этого я проведу рассинхронизацию. После этого я проведу проверку 2 миллионами герц. Если вдруг кто-то что-то случайно забудет в биополе, я предупреждаю сразу, он по каналам сгорит. Проверка будет проводиться 2 миллионами герц. Всем понятно? Да. Хорошо, начинаем работать. И я даю команду тонкой копии Инты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы, из сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Инте. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Дополнительно выстраиваю канал к этому кристаллу с лунным светом. 1, 2, 3. И реверсом отдаю весь негатив, который она получила через этот кристалл, все назад. Потоки усиливаются в 50 раз. Хорошо, суккуб, как долго ты находишься в этом биополе? 6 месяцев. С бесом пришел? Да. Бес, ты тоже 6 месяцев здесь? Все через портал зашли. У них дома какой-то красный портал, они показывают, как квадрат. Понятно. Ну,
в квартире ни беса, ни суккуба, нигде они не присутствуют, да? Там свой Нет. бес есть. Понятно, мы уже нашли того беса, который в квартире живет. Хорошо, спрут, как долго ты находишься в этом биополе? Он ей вплел присадку, присоску, как щупальцу, такую волосы, растерянность у нее, рассеянность, не растерянность. Каша в голове и рассеянность, и невозможность концентрации. Когда это случилось? Ну, совсем каши нет, но рассеянность. Знает, что делает, и вдруг появляются сомнения на пустом месте. Это твоя была работа. Понятно. Как долго ты находился в ее биополе? 7 месяцев. Гуманоид, как долго ты находился в этом биополе? 2 года. Откуда ты пришел, гуманоид? Сириуса пришел. Ловец душ? А в ее случае сбор энергии. Сколько энергии ты собрал за эти 2 года? Немного, 35%. Я больше смешивал с лунными энергиями. Что это за кристалл, который ты ей поставил? Что это за лунный свет? Объясни. Как он воздействовал на нее и для чего он был сделан? Смешивался с ее энергиями. А какое влияние оказывал этот свет на нее? Это твоя вот эта вот оболочка, которую ты установил вокруг нее. Как оно тормозило ее развитие? Не расширялось дальше этого камня. Не расширялось дальше этого камня. Борилась в тех знаниях, которые есть. Или же кто-то приносил ей. Ну, это серьезное торможение, конечно. Это серьезное, конечно, воздействие. Хорошо, Вера, ревер закончился? Или еще идет? Да, закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Инта забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Инта себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И выстраивает канал к этому кристаллу с лунным светом. 1, 2, 3. И реверсом энергии забирает все микрочастицы ДНК, весь биоматериал, все, что находится на частоте Инты, возвращается назад на счет 3. 1, 2, 3. Пошел мощный поток. А он что-то не договаривает. Кто? Гуманоид. Вот сейчас от кристалла возвращается энергия Инты, и она таким белым, чистым, как молния цветом, она возвращается назад. К Инте. Информация да. идет, что она наполняла наоборот этот кристалл своей энергией, и ее энергией таким путем он сохранял. Вот как. И эту чистую энергию он собирал. Значит, обманул. Я предупреждал. Влад, просканируй, есть ли у него защита у гуманоида лазером. А это значит, такая капкан. Этот цвет, этот кристалл капкан или что капкан? Да. Хорошо, просканируй. Есть защита его? Нет. Отлично. И дай ему мощнейший удар на частоте гуманоида. 1, 2, 3. Чувствительный удар пошел. От лазера ему как в область живота пошел свет. Здесь короткий разговор. Он говорит, что я просто не договариваю. Все. Ты меня обманул. Я спросил, ты не ответил. Это было первое и последнее предупреждение. Следующий будет шаг. Открывается перед его клеткой тюрьмой, перед его клеткой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Посмотри туда, гуманоид. Попробуй еще один раз мне сказать неправду. Закрывая портал. Тебе все понятно? Да, ему понятно. Отлично. Поехали дальше. Так, реверс у нас. Он показывает. Он набирал энергии в такие небольшие, как сосуды. Сосуды, похожие на этот большой кристалл, только они маленькие. Я вижу их. И переправлял ее чистую энергию. Угу. Хорошо, отлично. Паразитарная сущность. Реверс закончился, Верочка, или да. еще идет? Отлично. Что от этой ушло, от этого лунного света? Много ушло? Ушла ее энергия, я же говорю, как молния, которая вернулась к ней.
Хорошо. Так, я обращаюсь к суккубу. Суккуб выходит, снимает все, что оставил на своей чистоте. Все свои ленточки снимает, ошейники, корсеты, если таковые есть. Отключается полностью, возвращается в клетку и докладывает мне о готовности к проверке. А он не может. Почему он не может? Его обжигает эта энергия, которая вернулась к ней. Хорошо. Я даю команду. Все, что находится на чистоте суккуба, 1, 2, 3, начинает безболезненно выходить. Все его подключки, все, что он установил, снимается, отключается, выходит, зависает в воздухе. Они, значит, с бесом только одержались тем, что этот кристалл был закрыт внутри. И ее энергия, она расползалась по стенкам этого кристалла. И только так они могли находиться. Понятно. Готово. Хорошо, под этим шаром вышли все его подключки, да? Ленточки, да. Все это. Да. Открывается портал в галактическое ядро. И этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Без лярвы есть в биополе? Нет. Хорошо, выходи тогда. Снимай все, что ты оставил. Ты можешь выходить? Он показывает сапоги на ней. Снять их или ты сам снимешь? Снять. И я даю команду, значит, третьи сапоги снимаются. 1, 2, 3. Все на чистоте беса, все, что находится, выходит и формируется в шар. Угу. Готово. Отправляй этот шар бесу, это его энергия, забирай. Есть. Хорошо, переходим к спруту. Спрут, выходи. Отключайся, отсасывай жидкость, чтобы никакого следа от тебя не осталось. Приступай, возвращайся в клетку, докладывай мне о готовности к проверке. В волосах он. Но у него вот эта подключка и слизь снимает он. Угу. Ну, готов. Хорошо, и я даю команду, значит, три, все, что находится на чистоте гуманоида, в биополе Инты, значит, три начинает безболезненно до последнего микрона выходить. Все формируется в шар перед ней. Но он больше на овал, похож, становился. Большой? Ну, такой овал, как арбуз. Хорошо, открывается под ним портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И эта энергия уходит на переработку в чистую первичную энергию. Я даю команду на рассинхронизацию Инты с энергией гуманоида 100%. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Энергии. Если что-то крупное будет найдено, загораются красные маячки. Гуманоид, он как кашляет. Меньше чистых курить надо. Энергий ему не хватает. Ага, хорошо. Сегодня тебе будет много чистых энергий, гуманоид. Мы еще не закончили. Чистая она. Отлично. Подхожу к Инте, кладу руки на плечи, даю мощный импульс высоковибрационного шокового удара и сжигаю все каналы к интерферентам на счет 3, 1, 2, 3. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал галактическое ядро, и канал уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Спрут, ты единственный, кто находится в квартире из всех присутствующих? Еще раз. Да. Хорошо, я сейчас открываю портал в квартиру, ты уходишь в квартиру, дожидаешься меня, собираешь все, что ты оставил в этой квартире, докладываешь мне потом о готовности, я тебе открываю портал и отпускаю тебя на твою чистоту. Тебе понятно? Да. Отлично. Открываю портал на счет 3 в квартиру Инты. 1, 2, 3. И спрут уходит в этот портал и дожидается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, без, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Без забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Суккуб готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. 1, 2, 3. Суккуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. У нас остался гуманоид и этот лунный свет, камень, да? Да. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Нас слушает. Ли, я приветствую тебя. Здесь твой клиент Сириуса с лунным камнем. Такого я еще не видел. Какой-то кристалл. Но я полагаю, это какую-то оболочку он такую сделал. Вот, возвращалась какие-то искры. Он сделал то, что ей знакомо. Вернулась ее энергия.
Лунный камень на переработку. Открывается портал в галактическое ядро под лунным камнем. 1, 2, 3. Он уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Гуманоид с нами. Хорошо. Они его забрали, он говорит, что со всех сторон нас обложили. Нечего лазить там, где не труднее, надо ходить. Труднее работать становится. Это только начало. Готов. Отлично. Хорошо, благодарю, Ли. И поехали по частотам. Есть. По закону свободы воли в душе и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Инта должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать. Мы как раз и перешли к контрактам. Почему-то ее это беспокоит. Она говорит отлично. Мы как раз сейчас, Инта, и пытаемся аннулировать ваши контракты и договора. Поэтому я начну сначала. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Инта должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю вслух, и тонкая копия пусть повторяет за мной. Выходят договора. Ну, немного чего вышло, но она показывает почему-то себя маленькой в детстве. 4-5 лет девочка, она плачет, ее кто-то обидел. Ей одиноко, ее не понимают. А как это осталось в ней. А как это с контрактом связано? Или это не связано с контрактами? Не знаю пока. Вышла на этой чистоте. Разреши ей выбрать контракт этой девочки. И разрешаю этой девочке проверить эти контракты и выбрать. Какие она хочет оставить, какие она хочет аннулировать. Она почему-то злится и разносит все эти контракты, как рвет их, раскидывает. Она хочет играть, а ее заставляют читать. Не пойму, как это с контрактами может быть связано. Она показывает на себя взрослые. Говорит, что ей нужно вернуться и пожалеть себя. Сказать, что все будет хорошо. Это мы можем сделать. Давай сейчас тогда аннулируем эти контракты, которые не нужны. Она выбрала контракты, от которых она хочет отказаться? Она разорвала их все. Отлично. И пусть повторяет за мной. Разорвать мало. Я говорю вслух, ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Внутренняя власть моего суверенного я. Три. Пошел возврат энергии, если еще такова есть. Он почему-то в ребенка возвращается. Контракт? Энергия. Вернулся? Энергия вернулась в ребенка. Отлично, хорошо. И ребенок знает, как ей развиваться правильно. Он успокоился. Отлично. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, давай сейчас поставим монитор. 1, 2, 3. И этот момент, когда Инта маленькая, когда она плачет, когда одинока, проявляется. Она, в принципе, получила, что хотела. Вот эта энергия, которая вернулась. Ребенок знает, как жить и что делать. Хорошо, Инта, вы можете сейчас себе маленькой сказать пару слов и сами себя успокоить. У вас есть прямая связь сейчас к себе. Обращайтесь к самой себе, маленькой. И скажите все, что вы хотели сказать, и простите сами себя. И пожалейте себя. И отпустите эту ситуацию. Приступайте. Она и говорит, что посмотри на меня, моя родная. Бояться нечего. Я — это ты. А ребенок ей отвечает, что я боялась, что ты не найдешь этот свет. И свет вот этот, как молнии, который показывает энергии. А откуда этот свет вообще появился? От кого он? Это не контракт, это то, что ты должна помнить. Хорошо. Мы это то, что идет из жизни в жизнь. Это твоя энергия. Хорошо. Значит, проблема решена, да, Вера? И ребенок волнуется, что если она забудет, потеряет эту энергию, ее жизнь не будет проработана. Она ее нашла. Инта маленькая, успокаиваем тебя, она эту энергию мы ей вернули. Все хорошо.
Ребенок говорит, что я вижу. Ты хочешь что-то сама Я себе? спокойна. Ты хочешь что-то сама себе передать, взрослый? Оставайся собой. Замечательно. И все, ты можешь... что тебе нужно, у тебя внутри. Только так ты будешь развиваться правильно. Отлично. И на этом месте Инта посылает самой себе маленькой свою самую искреннюю любовь и благодарность, которая у нее есть. Один, два, три. Пошла энергия. Она дарит самой себе эту благодарность и это прощение. Ребенок кивает и говорит, что я теперь спокойна. Отлично. Хорошо. Хорошо. Заканчиваем с этой ситуацией. Один, два, три. Отключаемся от монитора, убираем его и переходим к манифесту. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. И переходим к защите. Создаем защитную оболочку по цене тонкую копию Инты к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Она говорит, теперь я вижу различие кристалл, который вокруг меня был с лунным светом, и Меркаба, которая дышит энергией. И я чувствую защиту. Это и есть защита. Все остальное забудьте. Готово. Отлично. Пусть тонкая копия Инты вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 700. Ого. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Инты до значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Инта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Волшебно. Отлично. К этому потоку мне нужно привыкнуть. Конечно. А у нее, знаешь, вот эти энергии, сейчас расскажу, как она выглядит, которые как молнии, они у нее по всем чакрам идут, таким зигзагом наверх. А вокруг этих энергий тонкие тела, яркие, светлые, большие. Отлично. Тогда мы будем возвращать Инту назад в ее биоробот для усвоения энергии и вибрации, чтобы это все перешло на физический план. И после этого тогда переступим к чистке ее квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Инты в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. Меркаба устанавливается. Готово.